күні сіз бір сағат бағдарламасы циркте қонақта. Бізде әлі уақыт бар, цирктің сыртқы жағын аралап келейік. Это гардеробная клоунов. Бұл шайхмазақтар бөлмесі. Олармен сөйлесіп көрейік. А что самое тяжелое? В цирке? Да. А в цирке самая тяжелая профессия – это клоунада. Ну вот. А вы кого-то дрессируете? Детей дрессирую. Вот. Ну, и с животными. Не, с животными собачка есть, но она не с собой. Дома у меня осталась. Пудель. Дрессированный пудель. Он не разговаривает. Говорит, мама, ням-ням, колбаса. Серьезно. А сложно ли быть вот ведущим? Сложно. Потому что бывают разные интересные ситуации, какие-нибудь заминки. И должен выходить ведущий, и как-то вот эту заминочку, он должен ее наполнить чем-то. А это бывает очень... Ну, это все с опытом приходит, поэтому всему научишься. Так как то же самое, как вопрос задавать. Вроде бы легко, а сам не очень-то легко. Поэтому все постепенно, постепенно, и вы все научитесь владеть хорошим разговорным жанром, да? Я являюсь воздушной гимнасткой. А бывало такое то, что вы когда-то падали и, ну, были такие случаи неприятные? Нет, я не падала, но были травмы. Травмы были, и ребро ломалось. У меня потом постоянно часто болит спина, поэтому нужно очень много репетировать, проходить номер под музыку, держать себя в форме, правильное питание, там, не пить, не курить и вести здоровый образ жизни, тогда все будет хорошо. А в день вы сколько репетируете? Так как я уже профессионал своего дела, мне достаточно репетировать в день около 5 часов. Это достаточно много. Да, но раньше я репетировала... Например, в цирковом училище мы приходили 7:30 и до самого вечера, как спорт. А как их зовут? Малышка Марго, ее мама Претти и бабушка Ранго, самая старая. Здесь целая семья слонов. Да, они живут семьями, они живут в Индии, в Африке, у них матриархат. Вот, папа у них гуляют отдельно, а они живут с мамами, с бабушками, вот так вот, с тетушками. Сейчас делают разминку? Что? Они сейчас делают разминку? Они сейчас делают маникюр и педикюр. Видите, у них ноготки беленькие. Сколько они весят? Весят они, малышка Марго весит 2 тонны, а самая большая слониха весит 6 тонн. Это довольно много. Қалды. Біз орнымызға келіп жайғастық. Енді қойылымды тамашалайық. Шшш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 
жолдастар, цирк өте тамаша өтті. Егер де сендер демалыстарыңды біз сияқты өткізгілерің келсе, қай